Мужчины приехали в город Волжск, где совершили нападение на водителя служебного автомобиля генерального директора. Водителя связали скотчем, после чего на служебном автомобиле мужчины подъехали к территории завода. Ничего не подозревавший генеральный директор вышел с предприятия, сел в автомобиль, где преступники попытались схватить его. Однако мужчине удалось вырваться и забежать на территорию завода.